Можете ли вы представить своего парикмахера в образе Валерия Меладзе или Тины Тернер? А вот сами мастера могут. Вот так необычно и творчески, без укладок, стрижек и причесок, прошел их профессиональный праздник, который из небольшого корпоратива перерос в шоу талантов. Парикмахер – это же вообще одна из самых творческих профессий, и по факту они очень артистичные, они очень интересные. И нам пришла идея устроить битву фонограмм. И ребята очень сильно отозвались, очень прям инициативно стали готовить номера. И как-то так все как снежный ком накрутилось одно на другое. В итоге наш между собойчик перешел в большую вечеринку, посвященную Дню парикмахера. Я, конечно, предполагала, что все наши девочки такие будут играть красоточек сексуальных, но мне хотелось что-то очень веселое, потому что я сама такая очень позитивная. И хотела что-то такое интересное, необычное. Я буду выступать в роли Барониной и петь песню «Зажигалка». Я сегодня выбрала просто звезду мирового уровня Тину Тернер. Взяла на себя такую большую ответственность, надеюсь, что справлюсь. Но, в общем, хотелось что-то такое масштабное, чтобы была такая узнаваемая песня, поэтому выбор пал на нее. На сцену во время шоу мастера выходят очень редко, но в этот раз все было наоборот. Конечно, это очень интересный опыт, потому что парикмахеры всегда за кадром, они никогда не на сцене. И вот сегодня у каждого из парикмахеров, из нашей команды и других вообще городов, есть возможность выступить или посмотреть на все это, получить удовольствие, провести время в хорошей компании. Ну, мы, наверное, единственная компания, кто отмечает так масштабно этот день. Веселье, не только работа-работа, расслабиться, повеселиться, отдохнуть. В общем, в этом году здорово. Это очень круто, это наше творчество. Опять же, здесь есть возможность раскрыться нам в другом направлении немножко, так как мы все и так творческие люди, и это, мне кажется, супер. Прям заряжает энергией, да, наполняет нас ресурсами. Мастер высокой квалификации – это всегда генератор идей и созидатель, а это значит, что ему необходимо всегда вдохновляться, чтобы восполнять свою креативную энергию. А потому такие проекты важны для каждого, кто принимает в нем участие.